Свой первый в жизни взрослый документ получили победители и призеры олимпиад, творческих конкурсов, отличники, юные активисты, общественники и спортсмены. Всего в списке 39 ребят, достигших 14-летнего возраста. Я очень рада, что получила этот документ наконец-таки. Сегодня меня пришли поддержать мои родители, родня. Вот. Я им очень благодарна. Это документ гражданина, который подтверждает личность, и я его, естественно, тоже ждала, как и все люди в моем возрасте. Вот. А так вообще радость чувствую. Поддержать ребят в этот волнительный день пришли их близкие и родные. Они волновались не меньше. Меня очень переполняют эмоции. Как бы это такой первый документ моего ребенка. Мне очень приятно, что мы получили его в торжественной обстановке. Как бы она об этом мечтала очень сильно. В 14 лет дети чувствуют уже важность этого момента. Причем подход к организации торжества на самом высоком уровне. Я думаю, что это тоже ответственность перед страной, перед обществом и, самое главное, перед самим собой. Торжественные вручения подросткам паспортов начали проводить с 2014 года, и подобные мероприятия уже стали традицией. Вы становитесь полноправными гражданами Российской Федерации, и вы уже переходите на новый взрослый этап вашей жизни. Искренне желаю вам самое главное – крепкого здоровья, успехов в учебе, в спорте, во всех ваших увлечениях. Дорогие ребята, хочу пожелать, чтобы вы не боялись трудностей, умели ставить перед собой цели, достигали этих целей и очень уважали своих родителей. И в дальнейшем, где бы вы ни жили, где бы ни работали, знайте, что вас вырастил и воспитал наш любимый город – это Набережные Челны. Вместе с паспортом ребятам также вручили Конституцию Российской Федерации, чтобы юные челнинцы знали свои права и обязанности. Лилия Гатина, Кирилл Хабзей, новости Челны ТВ.